Так, время сейчас. Сколько там, не вижу. 10:54. 18 января. Пришла клавиатура с Алиэкспресса. Проверим целостность доставки. Так, всякие эти данные. Адрес, естественно, затер. Нафиг, нафиг. Не проявилось, надеюсь. Нет. Нормально. Осторожненько. Все. Руками не. Ну, этот момент, конечно, можно и ножиком, наверное. Хотя, даже лучше ножиком. Так. Но все, естественно, надо делать аккуратно. Осторожничка. Чихо ты, не падай. Проект один хочу замутить себе здесь, в комнате. Что именно, пока говорить не буду. Это будет нечто грандиозное. Возможно, даже грядет перестановка. Но если дойдет до перестановки, я сделаю это чуть позже. Сначала завести завалы видосов, а потом уже отдыхать. Заниматься другими проектами. Да. Вот такой момент. Вот, вроде и не хочется ножом орудовать, но если начнешь рвать, скотч-то прочный, можно повредить посылочку. Слишком большое давление. Yeah. Посмотрим, как она, беспроводная клавиатура, будет в действии. Не вылазит что-нибудь. Комкалась. Жестко упаковали. По-царски, можно сказать. Вот он, что-то для него было. Ну, упаковщики. Затейники хреновы. Жесть. Просто жесть. Заказывал клавиатуру, да, на Алиэкспрессе. Обошлась она мне примерно в косарик. Красавица. Все по красоте, стильно. С дырочками, чтоб воздух там не был спёртым. О, русских букв нет. Ну это, наверное, даже к лучшему. Заодно 10-пальцевый набор буду тренировать. Пупырышки есть. ОЛДЖ, по-моему. ФИВА. ФИВА. ФИВАПО. Вспомнил. Так что не должно вызвать сложности. Когда приедет следующий товар, а он уже в пути, покажу его и подробности о проекте запилю. Ну а на сегодня все.